Этот Артур нами не нужен. Все равно динозавр — это миф. Пускай дома сидит. Может, он и талантливый укротитель, но мы бы непременно зарыли его талант в землю. Он точно бы сдох в первой же передряге. Хлюпик, я его могу стулом убить с одного удара. Обойдемся без укротителя. Нам больше золота достанется. На дракона без укротителя? Дракона выдумал больной на всю голову супердед. Его не существует. Нету его, понятно? Понятно. Не, стоп. Супердед существует. Он в соседней комнате сидит. Я знаю, что он существует. Я не о нем. А вдруг он... съест меня? Кто? Меня. Кто? Дракон, что ли? Нету его. Ты чё, тупой? Не, я не тупой. Так чего ты заладил? Съест, не съест, съест, не съест. А вдруг он меня съест? Опять твою мать. Слушай, ты, конечно, круто прибиваешь к лошадям подковы, но скажи, где гора, отдай ключ и иди нахрен, дурак, понял? Ну давай, прогони меня, забери у меня ключ, жалкий старикашка. Ну что ж вы без меня делать будете? Я ваш проводник. Сам Чак Норрис является мне в сновидениях и говорит со мной. И не потому, что я дурак. Я самая важная цаца. Я вас веду, и я требую, чтобы мы взяли с собой этого застенчивого укротителя. Ибо было мне видение. Между ним и вот этим ключом существует особая связь. Татуировка на теле укротителя. Укротитель скрывает татуировку так, что у него даже ее и нет, но она есть. Какая татуировка? Какие видения? На чем ты сидишь, придурок? Ты ж вроде ничего не ешь и не куришь. Его татуировка — ключ к успеху. Квинтэссенция Борна. Так что заставьте укротителя пойти с нами. Учти, без укротителя я к дракону не пойду, он меня съест. Ладно, сделаю так, что укротитель пойдет с нами. Но нянчиться с ним в походе будешь сам.